А в Чувашском госуниверситете имени Ульянова чествовали лучших выпускников. О планах на будущее и самом ярком моменте студенчества в нашем репортаже. В глазах этих ребят читается одновременно и грусть, и радость. Несколько лет пролетели словно миг. Вчерашние студенты делают свой первый шаг во взрослую жизнь. Эта золотая сотня уже на студенческой скамье заявила о себе как о мощной силе. Получить звание «Лучший выпускник 2018» непросто. Программа обучения с каждым годом становится сложнее, требования к студентам все выше. Но эти ребята своей скрупулезной работой доказали, что любую вершину можно покорить. Главное – желания. Ваши высокие результаты, конечно, плод ваших личных усилий. Подготовка к сессии, каждому сложному, особо сложному предмету, бессонные ночи на студенческой весне, выезды по поручению университета для участия и защиты его чести на самых серьезных форумах. Это международные олимпиады, конференции всероссийского уровня. Все это вы прошли с честью и достойно. Вами мы по праву гордимся. Поздравить выпускников с окончанием учебы в ВУЗе приехал премьер-министр Чувашии Иван Моторин. Хочу вам от всей души пожелать реализоваться как люди, как специалисты и запомнить свою учебу на всю оставшуюся жизнь. Выпускница медицинского факультета Гульнара Ялюкова сегодня сменила белый халат на темно-синюю академическую мантию. Она не скрывает волнения и радости. Для нее это действительно знаменательный день. Девушка говорит, связать свою жизнь с профессией врача хотела с детства. Стремление помогать ближнему, людям, помогать бороться с их болезнями, помогать в трудных ситуациях. Я в основном занималась научной деятельностью, участвовала на конференциях. Ну, и были веселые моменты, там, студ весна. Ну, в основном, больше уделяла времени учебе. Еще одна обладательница свидетельства «Лучший выпускник 2018» Татьяна тоже призналась, что пришлось немало потрудиться. Дальше планирует остаться работать на благо родного края. Я пришла буквально сюда после школы. Мне кажется, вот тем несостоявшимся человеком, и пройдя вот эти 4 года, я могу сказать, что я впитала все, что мне могли дать, не могли дать. Может, что-то где-то были какие-то изъяны, но тем не менее я постаралась сделать многое. И спасибо большое университету, я ему очень благодарна. Одно дело вносить, строить дома, а вот у меня специальность – благоснабжение и вентиляция. Это внести уют, тепло и душевность. Кто-то ради заветного диплома преодолевал не только себя, но и тысячи километров. Клаудио Гросс приехал в Россию из Анголы, факультет машиностроительный. Признается, учиться было невообразимо сложно. Казалось, что до диплома, как до родной Африки, но природное трудолюбие победило. Можно не видно по лицу, но я очень рад. Я чуть-чуть плакал, что попал в это 100 лучших выпускников. Это же большая разница. И там не все же выпускники. Мы все молодцы. Университет мне дал много чего, но самое большое – это опыт, чтобы работать. Мне готов дело жизни именно. В университете я много чего выучился, не только предметом, а только с друзьями тоже познакомились. И они много чего мне выучили, как живет в России, ваша культура. Теперь новоиспеченным экологам, экономистам, строителям, журналистам, юристам и менеджерам придется применить все полученные знания на деле. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика.